Однако мы взяли мясо, да, и вернулись. Бежим, потому что нужно яичку покормить нашу и белого Чипа. Бейла покормили, а Чипа. Не факт, что он сейчас ничего не добрал ни у кого. За эти 10 минут. Вот, о! О, какая парочка! Они ждут Абрам вместе! Абрам и Сарочка! О. Отдаю, я сам! Ой! Подожди! Не отнимаю девочки! Подожди, спокойно! Я сдам! Не, вы ничего не погадали. Вам вообще такие кусочки перепали. Да, говядинка. Ну, они вдвоем. О, не рычи уже, не рычи. Ешь. Никто ничего не отнимает. Таня просто покажет, как ты кушаешь. Угу. Тут уже и за девочку, наверное, тоже. Потому что он же и не ест. Есть когти у нее, мне показалось. Есть, она, да? Меня трогала, да, и когти не выпускала. Я думал, неужели, есть, думаю, цирковая. Она такая нежная львица. Угу. Он вообще не голодный. Это так тут. Ну да, сам принцип. Что ему не дали. Угу. Ну, для нас главное, чтобы никого не обидели. Такой красивый вид под скалой. Угу. Ну как они лежали красиво. Нет, я рада, что она прибилась сюда к пройду вожака. Да, долго бегала где-то по периметру, по кустам, и сейчас она уже здесь. Приняли, не обидели, на ней нет ни одной царапины. Да, да, ни те не обидели, ни эти не обидели. Типа такой, я ее обижу, теперь будут дело иметь со мной. Ну и тоже она ему кусок не отдала, и он у нее не отобрал. Обнимает лапами. Я так рискну чуть-чуть, подойду с этой стороны. Тут трава, то есть я по пояс. Мне ничего не отбираем. И вот так на фоне парк Львов Тайган. И директор, который доволен, потому что привез мясо. Ой, боже ж ты мой. Да. Она испугалась. Тут неизвестно, кто испугался больше. Работа у вас, конечно, затем. Нервная, вы тоже заметили. Ну и как же я сдавать-то назад-то буду? Ну ладно. Уходи. Она не хочет уходить. Да, слушай.
Она понимает, что тут спокойней. Откуда вы? Ребята, приходите, в понедельник приходите на собеседование в портфеле. Разные, в зависимости, что вы умеете, разные вакансии. По уходу заживут. У всех везде разная зарплата, везде разные объемы работ. Нужно видеть вас, что вы себе представляете, что вы можете. А кто предлагает вам уже условия? Так, по телефону ничего вам сказать, к сожалению, не могу. Она понимает, что самое безопасное место – это возле вас, возле машины. И поэтому спрятала кусок. Кушай, директор постережет и объедет. Я больше не пойду. Там не только мне дует на стола, но и людям на мостках. Тут незрячие эти будут сразу зрячими. Неходячие будут ходячими. Хорошая, когда на тебя бежит лев с таким куском мяса. И непонятно, побежит ли за ним следующий лев. Где Олег? Во дворе. Возьмите, пойдите на вход сюда, сохнут на въезде в саванну, давно не поливали мы кедры, сосны, которые посадили. Мальчика возьмите у Сирана, наладьте, чтобы он до 7 часов под вашим руководством знал, куда включить и что поливать. Любого возьмите адекватного с транспортного отдела, поставьте, покажите, проконтролируйте, что он поливал до 7 часов. А сами занимайтесь чем угодно, на центральной аллее или где, или платаны полейте, что-то сделайте. Машину вы все равно не соберете до конца лета, это бесполезно. Ой, привет. Так. Добрый вечер, здравствуйте. Там не поедешь. Шею, а? Это я уже забыл. Скажи. Иди отсюда, давай. Иди, говорю, мне проехать надо. Иди. Пошел. Что же он не понимает, что ли? Так, а пройдем, тут где-то пройдем скала. Пошел. А там львы. Ага, а там брат пришел. Скажи так, ну, скажи, брат нам что, там еще дают? Сейчас пойду проверю. Ты сюда не ходи. Дейла, у нас еще кусочек, между прочим, есть свининки. Говядинки нет. Обойди с той стороны, иди, пожалуйста. Сюда, не иди, надо сюда. Давай иди отсюда. Дейл, ай, хорош. Иди сюда.